Ольга, берете ли вы в законные мужья Олега? Обязуетесь позволять ему все вышеперечисленное и делать все для того, чтобы ваш супруг был самым счастливым мужем на земле? Отвечайте гордо и ясно, да или нет. Ольга, берете ли вы в законные мужья Олега? Обязуетесь... И что это за история такая происходит? Администраторы. История такая. Знакомы мы давно. Найти объятия рая нам было суждено. Все началось нежданно. Пришла к друзьям я в гости. И вдруг весьма спонтанно озвучила им просьбу. Я заявила: Игорь, разбавив наш досуг, хочу я замуж сильно, ведь есть хороший друг. Мне Игорь отвечает: о да, ведь есть один. Он номер набирает, и мы тебе звоним. Ты просишь скинуть фото, тебе я приглянулась. Тот вечер видно что-то, вселенной повернулась. И встреча состоялась, твой взгляд и все понятно. Давно так не смеялась, ты был весьма галантным. Потом свидание было, и ужин с караоке. Рассвет и завтрак милый, я находилась в шоке. Затем период мыслей, должны ли быть мы вместе. Я стала твоим смыслом, ты запустил план действий. День Валентина смелый, звонок дверь 7 утра. С охапкой роста белых, сказал: люблю тебя. И тот момент лелею, ты стал таким родным. Пою я как умею, дышу тобой одним. Сюрпризов океан, которых можно вспомнить. Ты был мне свыше дан, блаженством чтоб наполнить. Ты запредельный кадр, ты добрый маг и точка. Но наивысший дар, ты любишь мою дочку. И Руся, кстати, тоже тебя сверхобожает. Порою невозможно, тебя так опекает. Твой день рождения классный, готовить помогала. И то, что ты был счастлив, и с головой хватало. Прекрасный отдых после мы в Греции нашли. И на Эгейском море сбылись мои мечты. Ты сделал предложение, я улыбалась глупо. Волшебным дополнением была, конечно, шуба. И все текло спокойно, настигли нас потери. Мы их прошли достойно, я в это честно верю. Тяжелый день недавний, забудем страшным сном. Мы в будущее, главное, идем с тобой вдвоем. Нас ждут дороги счастья, цветущие сады. Мгновения яркой страсти и новые миры. Блестит так небо ясно, и нервничаю я. Но знаю, что напрасно, ведь мы давно семья. Мне нужно в завершение озвучить четко фразу, которую в волнении я не сказала сразу. Когда ты под секретом меня завлек под ЗАГС, я в Белгороде летом слезу дразнила глаз. Какой же ты красивый, что отказать нельзя. Произнесу игриво: да, я выйду за тебя. Вось такая, вон и коханья. Давайте поддержим их. Перепугался? Да.